Уважаемые ульяновцы, дорогие земляки, завершился 2020 год. И очень хочется, чтобы все хорошее, доброе, что было в нем, перешло в год наступающий. А все плохое, негативное, что мы пережили, осталось в прошлом. 2020 весогосный год был очень непростым и трудным. Обстоятельства известного рода оказывали влияние на социально-экономическое развитие страны и, в частности, нашей области негативные последствия могли быть более значительными, если бы не ваша собранность, выдержка и самоотверженность, уважаемые ульяновцы. В борьбе с пандемией свои лучшие профессиональные и нравственные качества проявили ученые, преподаватели и студенты нашего УЗа. Вы, очевидно, знаете, что именно на базе научно-исследовательского центра педагогического университета было оперативно организовано лабораторное тестирование на предмет выявления заражения коронавирусом. Наши студенты активно включились в волонтерское движение, чтобы помочь особо нуждающимся в заботе и внимании. Преподаватели ни на один день не прерывали учебный процесс, освоив для этого незнакомые для многих ранее дистанционные технологии. Хочу выразить им слова большой благодарности. Несмотря на все перипетии, 2020 год оставляет нам в наследство одно важное общенациональное качество. Это способность народа общество к единению в трудное для страны время. И мне хотелось пожелать, чтобы в новом году эти трудности были преодолены, и каждый из вас реально почувствовал, что жизнь становится достойнее и счастливее. Будем к этому стремиться. Здоровья вам и благополучия. С Новым годом!